Ну вот, поздравляю жену с днем рождения. Пришел жене подарки выбирать. Ну вот, ну, браслетик взяли. Ну вроде ничего, но он так и должен быть. Понятно. Ну вот что следующее? Сережки сейчас померяю. Ну вот эти, мне кажется, как раз нормально будут. Небольшие, не маленькие. Муж у меня молодец. Подарки мне нормальные дарит. Я обещал. Дырки, главное, не за Россию. Ну как, самой-то нравится? Ну, я себя-то не вижу. Я уже дома посмотрю. Ну вот, сейчас колечко буду померю. Так, вот так. Вот как его хранить. Да, вот так. Руки спотели. Ну вот. И все, с днем рождения, любимый. Спасибо. Живи долго. Не одна. Ну, конечно. Что, ты вазу быстро? 7 месяцев давалась, и меня машина ждет. Машина ждет? Пошел нахуй, давай вещи все сюда выноси. Так ты... Да похуй. Все, развод, на! Да я понимаю, что... Пошел нахуй. Ну, ты хоть сама зайди. Нет. Я тут постою. Хата же твоя. Вали на. Давай мне вещи сюда. Ну ладно, что хата моя. Не засеку. Ну ты хоть зай. Я сказала, все, отвалитесь от меня. Танька нахуй звала на день рождения. И никто даже нахуй не позвонил, не пришел. Здравствуй, да пошел я тебя поздравил. 6-го. 6-го тебе лично поздравил. Да хуй это ты мне звонил, чучело. Блядь, я тебе поздравил. Ты пришел 7-го, а то, что надо было привет записать, чему. Я тебя поздравил с днем рождения. Сам тебя голуби обосрали. А тебя нашел. Всего мира. Блядь. Наюшка, ты что делаешь? А ты как зашел? Как, дверь была открыта. А, то есть ты пошел и ее не закрыл? Да, специально. Чтобы не стучаться. Зайти и все. А кстати, за вчерашний базар я тебе еще определю нахуй. Какой это базар? Ну-ка, раскачай-ка. Давай за вчерашний поговорим. Ты что вчера спросил нахуй? Бухали, не бухали, до днюхи, на днюху нахуй. Какая тебе разница? Ты сам вчера пришел синий. Ты раньше как жил, блядь, ты на себя посмотрел? И как я раньше жил, расскажи. Сейчас приоделся, приобулся и все блатной, да? А ты так что ты не смотри, нахуй, когда я бухаю. Так что ты на себя смотри. Я просто нахуй спросил и все. А не надо меня спрашивать. Что ты взяла, что я бухал, а? Что ты взяла? От меня пахло перегаром. А ты вышла был, блядь, больше, чем от меня, нахуй. Что ты? Я видел, как ты с Галей жил, нахуй. Селедку покупаем, нахуй, голову отрываем, нахуй. На пол, нахуй, хвост, нахуй. Да, все, да. Ты по полу, блядь. Че ты? Раньше ходил, да. Тебя даже начальник, нахуй, из машины выкинул, потому что от тебя воняло. Правильно. Ты не стирался. Правильно. А сейчас ты приоделся, приобулся. И че, плотной стал? А ты мне, хоть от меня не воняло, но от меня потом воняло, да, рабочим потом. А ты входил, там вообще бычки собирала. Да. И селедкой, да. Нахуй. И селедкой. У вас не было такого ни селедки, ни потом, а выходили, бычки собирали, нахуй. Мне тут скучно, короче, одной ночевать. Правда? Короче, страшно. Давай, может, ты у меня, короче, сегодня останешься. Ну что, только ты останешься на диване, а я на койке. А, ну, хорошо. Ну, ты здесь, а я там. А ну, Паша, где? Если Паша это там... Ну, а где? Паша придет, ну и все, там разберемся. И будем искать его вдвоем, да? Ночью. Ну да. Искать мне холодно же одной. Ну давай. Олег, мне тут скучно, короче, одной ночевать. Правда? Короче, страшно. Давай, может, ты у меня, короче, сегодня останешься. Ну что-то только ты останешься на диване, а я на койке. А, ну хорошо. Ну, ты здесь, а я там. А ну, Паша, где? Если Паша это там. Ну, а где? Паша придет, потом мы по ебалу даем. Ну и все, там разберемся. А Олег, будем искать его вдвоем, да? Ночью. Ну да. Мне искать холодно же одной. Ну давай, пацан, держись за меня, и все будет ровно. Так... Я его уже ем, так доесть не могу. Ешь. Нет, ты давай-ка со мной. Блядь. Чё? Ну, шоколадный. Чё так? Да бери весь, блядь, чё у тебя? В хавальник не влезешь-то. Пизда. Соку налить? Давай сока. Давай налью, так ты ещё
Съешь? Мне потом плохо будет. Что тебе будет? Я, у меня сок, кстати, гранатовый. Меня для понятия торт. Только ради тебя торт съел. Все знают, что это ты не ел. Так вот, ты сейчас еще раз съешь. Мне все, хватит, на. Не, все, тормози. Не потом хуёво будет. Нет. Один съел? Нет, все. Против один? Два. Ты понимаешь, мне на это аллергия, на торты все. Ну давай я танки отрежу, отнесешь. Это бы значит нало. Ну, так давай не лезешь-то. Ну да. Соку налить? Давай сока. Давай налью, так ты еще съешь? Мне потом плохо будет. Я, у меня сок, кстати, гранатовый. Меня для понятия торт. Только ради тебя торт съел. Все знают, что торт не так ел. Так вот, ты сейчас еще мне раз все, съешь. Хватит на. Не, все, тормози. Мне потом хуёво будет. Нет. Один съел? Нет, все. Против один? Два. Ты понимаешь, что мне на это аллергия, на торты все. Ну давай я танки отрежу, отнесешь. Это бы значит нало. Короче, подписчики, теперь мы видите, как живем дружно. Короче, пельмени, манты, пачки, сигарет, носит Олежка меня. Мой козел куда съебался, короче, подпрыгал, как это. Я сама не знаю у него. А теперь мы будем надо с Олежкой. Надо ее пожалеть, у нее же ребра сломанные, елки. Да, 4 ребра мне сломал. Ну и все, давай. То я, что ли? Нифига себе. Я сломался, ты чего? Давайте, приезжайте в гости. Здорово, елки-палки. Тебя что привезли, что ли? Паша. Тебя это привезли? Что ты ведь раздетый, пипец, ну? Ты что такое-то? А где велик потерял? Мы... А где велик потерял? Паша. А? Ты что, с великом привезли, что ли? Да? Паша. Тебя с великом привезли? Блядь, Тирка, бедняга, блядь, там рвет и мечет. Где мой Паша, где елки-палки? Сейчас ты пизды получишь. О, блин. Ох, получишь. Давай не будем. Чего не будем, правда получишь? Да, тебя провожу. Подниматься будем вместе? Да нет. А велик что, бросишь здесь? А? И хоть велик забери. Давай. Паша, локоть разбитый, блядь, весь царапанный. Велик забирай. Ты тихо. Вот ты меня... Тихо, да, я так не толкаю, ничего же. Забирай велик. Вот Паша появился, потеря наша. Где он потерялся, хрен его знает, сейчас привезли его. Милиция. Паш, велик забирай. Маринка, извини, что тебя вчера не поздравила с прошедшей днюхой. Так что вчера готовила, что-то наготовила. Короче, ну... Блять, надо в аппаратсе приехать. Девчонка, давай, короче, приезжай уже ко мне. Я тебе полянку накрою, посидим, погудим и даже поговорим. Чики-пики. Марина, много мама. С днем рождения тебя от подписчиков. Давай, девчонка, здоровья тебе. И самого наилучшего. Короче, девчонка, чтобы у тебя все было ровно. Чтоб троняшки росли здоровенькие и все шестеро детей радовали маму. Давай успехов во всем. Давай, девчонка, чтобы тебя любили, ценили, на руках носили и цветы тебе, как дни, а хатами дали. А все ребятишки были тебе чисто только в помощь. Они тебе, чтобы не огорчали. И были тебе чисто опорой и надеждой. Фарту тебе. Бутрея, приезжай в гости, все будет, чеки. Я даже маленько тебе завидую, что у тебя есть шестеро ребятишек, елки, фарту.